Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить блино-печеночный торт с грибами. Замесим блинное тесто и испечем блины. Беру муку, добавляю соль, добавляю яйца, вливаем подсолнечное масло. Постепенно вливая молоко, взбиваем тесто. Для того, чтобы блины были ажурные, я вливаю минеральную воду с газом. Воду и молоко вливаем поочередно. Тесто должно быть жидкое. Для печеночных блинов печень измельчаем блендером. Добавляем 3 яйца. Вливаем молоко. Солим, перчим и добавляем немножечко мускатного ореха. И постепенно всыпаем муку. Сначала испечем блины из теста. Выпекаем блины из печени. Наши блины готовы, теперь мы готовим для них начинку. Порежем лук и грибы. И обжариваем на растительном масле. Солим, перчим. Грибы добавляем сметану. А сейчас приготовим вторую начинку. Для этого мы измельчим укроп, добавим сметану. К сметане добавим чеснок, соль и перец. Собираем наш торт. Сначала кладем печеночный блин. На него выкладываем грибы, посыпаем сверху сыром и кладем блин из теста. Смазываем сметаной с укропом. И далее по очередности делаем то же самое. Украшаем наш блино-печеночный торт зеленью. Даем ему пропитаться 2 часа и приятного вам аппетита!